Друзья, ну, во-первых, хочу включить наушники, наконец-то здесь. Так вот, включу наушники. Во-первых, хочу поздравить Диану Анкудинову с тем, что ее официальный YouTube-канал набрал 1 000 000 подписчиков. Это просто замечательная новость. Я уже писал об этом в сообществе, но лишний раз хочу поздравить. Это замечательно, это шикарно. Надеюсь, это не первый 1 000 000, конечно же, впереди еще много творческих свершений, я уверен. И вот Диана Анкудинова поделилась как раз-таки на официальном YouTube-канале акапеллы. Как вы знаете, я обожаю слушать акапеллы в исполнении Дианы. Немецкая песня о любви прозвучит «Was ist dir sagen will». На самом деле, вряд ли я произнес правильное название, но действительно очень сложное. Даже через Google переводчик пытался перевести, озвучить, вернее, очень сложно. Так что сразу приношу свои извинения, если неправильно ударение поставил. Но песня, тем не менее, очень красивая, очень звучная. Давайте послушаем. Устраивайтесь поудобнее, друзья. Мы начинаем. Я сейчас подчеркнула такая мысль, что... Жалко, что он именно сейчас проскользнул, потому что если бы это было вчера вечером, я бы закачала минусовку, было бы вообще классно. Но я могу вам сейчас спеть акапелла, песню, которую я исполняла вчера, позавчера на вокале, немецкую. Но это акапелла, потому что нет минусовки. Я не собиралась ее петь. Но вот... Без минуса! Ну, без минуса акапелла. Лучше! Я блядь, за любой кипиш! Все, хорошо. Потрясающая атмосфера на концертах Дианы, я думаю, это стоит отметить. Значит, песня называется «Was ist dir sagen will». Ну, вот видите, здесь видно, что Диана разобрала все-таки в произношении. Большой молодец. В переводе «То, что я хочу вам сказать». Песня о любви. Акапелла. Не знаю, что это. Эта песня будет считаться на бис или просто? Нет. Просто, да, ну конечно. Мы же хотим еще он обрывало. Хорошо. Сейчас бы еще тональность вспомнить. Господи, как это вообще? Was ich dir sagen will, fällt mir so schwer. Das Blatt Papier von mir, glaubt was und wer. Ich finde die Worte nicht, doch glaube mir, was ich dir sagen will, sagt mein Klavier. Was ich dir sagen will, wenn wir uns sehen, ich kann nur stumm an dir vorübergehen. Ich dreh mich nach dir um und denke mir, was ich dir sagen will, sagt mein Klavier. Was man nicht sagen kann, von meiner Linie fühlt, wie ein Brander, der den Feld umspült, die dich erfasst und mit sich in die Tiefe reißt. Ich kann es fühlen, doch nicht sagen, wie es heißt. Was ich dir sagen will, bist du bei mir, ist unsagbar viel. Du glaub mir, wenn du mich nicht verstehst, versprechen dir, was ich dir sagen will, sagt mein Klavier. Noch ein bisschen. Was ich dir sagen will, sag mein Klavier.
Я просто не хочу прерывать, давайте дослушаем до самого конца этого видео. Что ж, друзья, полностью Диана Анкудинова заслуживает этого шквала аплодисментов. Спеть песню на немецком так прекрасно, да еще и без музыкального сопровождения. Ну, это просто гениально. Мне очень понравилось, друзья. А вам? Напишите в комментариях, как вам выступление Дианы. Столько позитива, столько теплоты, столько творчества и столько добра в нем было, что просто диву даешься. Подписывайтесь на официальный канал Дианы. Давайте сделаем 2 миллиона подписчиков. Также не забывайте подписываться на мой лайв-канал. Здесь мы говорим о музыке. Всем хорошего настроения, берегите себя и до новых встреч на моем канале.